Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. И сегодня у нас опять челлендж папы vs мамы. Сегодня у нас очень интересное задание. Мы подготовили по 5 предметов, кладем их в коробки, и мама угадывает то, что я ей придумал, а я угадываю то, что она мне придумала. Ну и, соответственно, победитель выбирает, что проигравшим надо будет съесть или с каким предметом придется провести время. Ну что, поехали? Да. Чуть не страшно. Это наша из дома. Ты видела, наверное, да? Нет. Как ты догадался? Ну, я чувствую. А у меня пачка, да? Мне можно стыковать? Ну, здесь ты сможешь одной рукой. Почему? Я думаю, я сейчас. Но ты не захожу. Что, фарш какой-то? Давай, где я? Что-то распаковал. Нет, я его. Кошачий корм? Смотри, вторая вещь. О, Эн, ну ты чё? У меня какое-то пшено. Продукты заморожены. Да? А какие? Миди. Чёрт, а у меня-то что? Горох? Нет. Подожди, сейчас. Ну, это какой-то точно крупа, пшено, да? Крупа какое? Манка? Нет. Знаешь, пшенка? Нет. Последняя попытка, да? Да. Это не гречка. Ну, это не метка, даже не интересно, что это такое. Мелкая, продолговатая. Овес, что ли? Нет. Черт. Пшеница. А я был близок, я же сказал пшенка. Пшенка и пшеница. Пшено и пшеница разные вещи. Ну что, третий, пока еще 2-1. Давай. Пять ты бросил так. Да. Так. Ой, да. Какие-то консервы рыбные. Ха-ха, это угадай, какая рыба теперь. А я не знаю, что это за рыба. Ну мелкая рыба же просто. Килька? Видишь, тебе подсказку. Нет. Шпроты? Нет. А не знаю, шанчоусы? Нет. Ну все, три попытки использовал. Что за рыба? Поковырялась там, понравилась тебе? Ну, какая-то рыба-то. Хамса. Хамса, я знаю хамсу, конечно. Мама тоже. Так, а у меня что-то липкое. У меня какое-то печенье, что ли? Нет. Ну, типа того, но не печенье. Фига себе, ты мне какие сложные вещи загадываешь. Что, типа того, но не печенье. Я тебе хотя бы рыбу положил, а ты мне положил... Ну, рыба, ты видишь, какая? Я не знаю, какая. Ты мне положил какие-то колечки? Да, какие-то колечки. А с дырочкой в середине. Да. Это опять не мерзко и неинтересно. Что же это может быть? Ну, ты мне так не угадаешь. Это не печенье, да? Нет. То есть ты меня вообще валишь, короче, по полной, да? А ты меня не валишь? Почему? Ну ты, ну да, ну ладно. Ладно, я сдаюсь, что это такое. Это снэк называется. Для Дениса попробовать. Все руки чистые? Нет, конечно, и время. Опять тут замороженные. Креветки. Как догадалась? Ну, потому что... Ты уверена? Проверь. Загнули? Вытащи, возьми, вытащи, проверь. Куда? Вытащи, покажи мне, что это креветка. Загнутые с хвостиком, Андрюш, ну креветка. Давай. Я в чем-то ковыряюсь. Не обрежься, да, говоришь? Кручонка, что ли? Серьезно? Нет. А какое-то желе, крем. Так, ну тут консервы. Томатная паста, что ли? Кошачий корм пах просто. Это съедобный, да, консерв? Съедобный, да. Магнично раз консерв, значит съедобный. Кабачковая икра? Нет. Так.
плане того, что они все одинаковые, мне кажется, на ощупь. Ну извини, как и хаушка. Как что? Рыбка маленькая. Хамса, а не хаушка. Ну, хамса. Хаушка. Ты не знаешь, что хамса. Первый раз слышу такую рыбу. Любимая рыба моей бабушки, между прочим. Попробуй, ну ладно, я понимаю. Ну, насчет креветок, ну, да? Ну, вытащи, покажи всем. Денис, смотри, креветку маму выловил из коробки. Сейчас будем все это готовить. Слушай, это мелкая, зернистая. Это икра, что ли? Ну, икра же? Икра, да, только угадай, чья. Рыба, какой-то рыбы. Ну, ты не угадаешь, какой. Я близок, близок. Мой ба. Нет. Ну, тут сложно, понимаешь? Ну, как и... Давай мне очко засчитаю, потому что искал икра. А то, что рыбе. Я сказала, рыбка, не... Нет, извините, там маленьких рыбок можно перечислять. Я не знаю маленьких рыбок. А тут, понимаешь, икра может быть и маленькой рыбки, и большой рыбки. Нет, большой рыбки очень хорошо. А, то есть это маленькая икра кимки? Нет, рыбка серёдочная. Нормальная. Серёдочная икра. Ну, ты почти была. Что значит почти? Я еще не сказал свое последнее слово. Ну, значит, я последний вариант остался. Ну, как там, кроме серёдки, называется рыба-то? День, какая рыба еще, кроме селедки, есть? Скажи мне. Знаешь? Какая? Какая? Какая селедка рыба? Тут такая плавающая. Морская день. Нет, ничего с ним не буду говорить. Это мой бы говорил, да? Тюлька. Последняя. Все. Горбуша. Нет. Это дорогая икра была бы, да. Горбуша крупная икра, что я глупости говорю. Угу. Я эту икру ем? Или ел хоть? Я даже не ел? Нет, конечно, нет. Ты жестишь вообще, мать. Я, по-моему, проиграл, да? Уже 4... Как ты не хочешь есть то, что я тебе предлагаю последним? Конечно, погрызь замороженный креветку. Что, можешь приготовить? Вон, я знаю, чьей рыбы икра. Икра судака. Классненько. Да. Дэн, давай трогать, что там у мамы. Так, мне соль или сахар? Так, рыба. Нет. Мясо? Какое мясо? Индейка? Нет. Печень? Черт, угадал. Покажи всем, какую мерзость я тебе положил. Андрюш, ты специально, фу. Вытаскивай. Дядь, посмотри, печень. Это говяжья печень. Что мне с ней делать? Фарш, что ли, делать? Не знаю, 100 грамм говяжьей печени. А у меня сахар или соль? Нет, не то, не то. А что? Сахар принеси, а соль не... А, сода. Нет. У меня печень какая-то мелкая, хренотень. Ну, ладно. Чего? Так, это сложно. Золотые и синие. Принесем, конечно. День, подскажи папе, что ты там видишь? Нет, не говори ему. Скажи, что ты там видишь. Скажи папе, папа проигрывает уже. Папа, хорошо говорит. Сейчас 4-2, сейчас будет 5-2, если ты не подскажешь. День, что там у папы? Скажи папе, пожалуйста. Ничего, мерзкого опять сложное, нет, чтобы попроще. Мама с папой. Мама с папой, да. А, вкусно пахнет, да, эта штука? Ну да. Это вкусно пахнет. Это как крупа. Кофейный привкус такой. Меня перебивает только запах рыбы и мяса. Не, и чувствую... Из-за этого я ела, вопрос, все сырое. Ну и пожарили бы нормально все. Я чувствую кофейный привкус. Ты же мне, что прочее, сказал, соль, сахар, сода. Ну ладно, сдаюсь, давай, 5-2. Какао. Какао? Точно. Какао, элементарно. Генечка, у папы там какао, проверь. Мама не обманывает? Мерзость. Заходи. Друзья. У меня, между прочим, руки в говяжьей печени. Классно. Друзья, сегодня мамы wins, папа, к сожалению, lose. Так что радуйтесь те, кто болел за маму, мама давно не побеждает. Сегодня такая уверенная победа. Чего ну, активных ощущений? Да нет, это скорее... Не, я выбирал омерзительные продукты, а ты выбирал тактически правильно, чтобы крупа, икра там, и так далее. Ну все, я принимаю участь проигравшего. Что мне есть? Так, что у меня было бы менее удобно?
Ну, крупу я не буду есть, смысл, она не готова. Тогда икру судака. Давай, ложку мне, я буду есть икру судака. Ваш здоровье? Да. Ну как, все дома? Да. Надеюсь, ты ковырялся не чистыми руками? Нет. Ну, глядать не буду? Ну, да, думайте обратно. Да, намажу. На сегодня все. Мы с вами прощаемся, друзья. Впереди у нас еще клевые челленджи. Смотрите наш семейный канал. До новых встреч. Пока-пока.